Видео подготовлено онлайн-гдс.нет. Задание номер 21. Найдите значение выражений 10 минус 2y и 10 плюс 2y и запишите их в соответствующие клетки таблицы. 10 минус 2y при y равно минус 3 имеет следующий вид. Минус 2, нет, 2 умножить на минус 3 это минус 6. Отнять минус 6 это то же самое, что прибавить 6. Поэтому здесь у нас выражение равно 16. 2 на минус 1 это минус 2. 10 минус минус 2 это то же самое, что 10 плюс 2 или 12. 10 минус 2 на 0 это будет 10. 2 2 4. 10 минус 4 это 6. 2 3 6. 10 минус 6 это 4. 2 4 8. 10 минус 8 это 2. И 2 6 это 12. 10 минус 12 это минус 2. 10 плюс 2y. При y равно минус 3. 2 на минус 3 это минус 6. 10 минус 6 это 4. 2 на минус 1 это минус 2. 10 минус 2 8. 2 на 0 это 0. 10 минус 0 0. 2 2 4, 10 плюс 4 это 14. 2 3 6, 10 плюс 6 это 16. 2 4 8, 10 плюс 8 это 18. 2 6 12, 10 плюс 12 22. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.